Улыбчивая во всем настроение. Сегодня у нас видео про глазки. Значит, у меня нету такого большого разнообразия глаз. Я одно время закупила себе всякие разные глазки для эксперимента разного размера. У меня есть большие, у меня есть поменьше и совсем маленькие. Но их я брала по одной-две паре, так, чтобы посмотреть, возможно, куда-то их применить. Или, возможно, я буду делать какие-то игрушки, чтобы у меня были какие-то расходные материалы в виде глазок. Но они мне никуда так и не пригодились. Самые частые глазки, которые я использую, это обыкновенные бусинки. Бусинки 6 мм. Я их использую везде. Вот так они выглядят. Покупаю их на AliExpress. Это и для зайчиков, и для кукол, и для лошадок. Большинство моих игрушек имеют глазки-бусинки. Поэтому в других глазках у меня как бы надобности нет. На втором месте у меня глазки для лягушек. Я их часто вяжу. И это глазки вот такие 10 мм голубые. Я их тоже покупаю на AliExpress сразу по 100 пар. Такими большими партиями, потому что я использую для лягушек только их. А лягушек я вяжу часто. И мне на третьем месте нужны глазки для игрушки Baby Yoda. Они 13 мм и выглядят они вот так. Это глазки на штырьке, полуокруглая сфера черного цвета, 13 мм. Я их тоже закупила достаточно большое количество, когда только начинала вязать йоды. Я не знала, какой размер мне понадобится, поэтому я купила 13 мм. Здесь написано на пакетике. И купила вот такие 15 мм. Они побольше. И когда первый Baby Yoda вязался, я к нему примеривала к размеру игрушки. Эти оказались велики и идеальный размер для меня, для этой игрушечки получился 13. В каждом пакетике по 5 пар. И я тогда не помню, сколько их купила. Даже не помню, в каком магазине я это все купила. У меня было несколько пакетиков. И вот я вязала их, вязала. И решила, что у меня достаточное количество глаз про запас. Следующий заказ, вы видите, я его уже наполовину изготовила. Очень большой. И я просчитала свои глаза по 13 мм. И мне их не хватает. К тому же, эти глазки на штырьке гладком, без зазубринок. Например, если эти глаза, здесь штыри с зазубринками, и к ним идут заглушки такие мягкие, то к этим глазам, где штырьки гладкие, здесь заглушки очень тугие. И когда я вставляла очередные глаза, заглушка не входила в глаз. Я что сделала? Правильно. Применила грубую силу. Я взяла плоскогубцы и этими плоскогубцами придавила заглушку, тем самым отломила хвостик у глаза. И получилось у меня еще минус одна пара глаз. Так как, когда я покупала эти глазки, они идут по 5 пар без дополнительного глаза. Но вот знаете, иногда бывает такое, ты покупаешь что-то мелкое в пакетиках, и тебе дают одну-две штучки как бы
про запас или вдруг там на поломку. Например, вот как с этими глазами, здесь их всегда идет немножечко больше. Здесь нет. Здесь были ровно 5 пар, и то есть я одну пару испортила, и получается у меня еще остался один глаз лишний. Я такая подумала, что глаз у меня совсем мало, еще на 10 не хватит. И если дальше будут еще заказы йод, мне нужно достаточное количество глаз, так как они очень популярные сейчас у меня. И мне нужно сделать большой заказ глаз. Ну как большой, ну хоть какой-то запас этих глаз. Так как я не помню, где я заказывала вот именно вот эти, я пошла в свой магазин обычный, где я беру пряжу. Там есть фурнитура. Это магазин Novella House. И пролистав глазки, я их увидела, что они есть, но есть на сайте, но их нет в наличии. То есть есть размер 12. 13 нету, и есть 14 размер, 14 миллиметров. Я подумала и решила, что нет, мне нужно именно 13, мне нужно, чтобы вся партия этих йод была абсолютно одинаковая. Закрываю я этот сайт и иду искать просто в интернете по ругательным магазинчикам такие глаза 13 миллиметров. И, о чудо, я нахожу нужный мне размер, нужную мне форму, 13 миллиметров, и я счастлива. Но в магазине стоит ограничение, что нужно выкупить товара на определенную сумму. Подумала и думаю, ну, глаза мне все-таки нужны, 13 миллиметров, все как мне надо. И я выкупаю глаза на минимальную сумму в этом магазине, делаю заказ только эти глаза по 13 миллиметров. Счастливая, жду свою посылочку. И приходит мне посылочка с моими глазками 13 миллиметров. Здесь у меня есть еще чек на них, где указаны глаза, где указаны, что это 20 штук, цена, и что это око для лялек, диаметр 13 миллиметров. Открываю я эти глаза. И вот так это выглядит. Это мои глазки, которые 13 миллиметров, которые я ставлю в бэби-йоду. А это глазки 13 миллиметров, которые я заказала и которые мне пришли. Если сказать, что я расстроилась, это вообще ничего не сказать. Ну как так? Ну как так? Два размера 13 миллиметров, при том, что на упаковке написано 13 миллиметров. И в чеке тоже написано 13 миллиметров. Глазки с вот такой разницей. И я понимаю, что они мне не подходят. И что мне дальше делать? Я, честно сказать, психанула. Пошла в свой магазин, где я покупаю пряжу. И думаю, лучше пусть глаза будут на 1 миллиметр больше. Закажу уже какие есть. Потому что если я в каждом магазине буду заказывать глаза 13 миллиметров на минимальную ихнюю сумму, то у меня этих глаз будет завались. И непонятно, подойдут ли они мне. И я иду и покупаю. Хорошо, что я заказывала пряжу, мне не пришлось выкупать там на какую-то сумму. Я заказывала пряжу, и к этой пряже заказала глаза 14 миллиметров.
Пришла мне пряжа, пришли мне эти глаза. Я такая уже как бы ничего не ожидая. Открываю эти глазки. Я их заказала здесь на пробу немножко. Здесь всего лишь 5 пар. 14 миллиметров. И мои 13 миллиметров. И, о чудо, они практически одинаковые. Ну да, может там на какую-то долю они отличаются по ширине, но визуально практически незаметно. То есть это 13 миллиметров, это 14 миллиметров. Это я глазки брала в Novelli House. И я счастлива. Я не знаю, как так может быть, но сейчас я думаю сделать заказ большой на вот эти глазки, взять их достаточное количество, не знаю, пар 50 этих глаз, чтобы они были у меня в достаточном количестве, потому что вот такая неприятность случается, и потеря глаза – это, конечно, очень некомфортное состояние. Эти 13 миллиметров, я даже не знаю, подписать их 13 миллиметров, 12 миллиметров или сколько, или просто никак не подписывать, просто положить их в коробочку, где у меня хранятся все ненужные мне материалы. Так что можно сказать, что я спасена. И мои бабийоды будут все-таки с... Вся партия будет с одинаковыми глазами. Поэтому пока сейчас одни есть в наличии, я пойду закажу и выкуплю себе 14 миллиметров глазки для своих малышей. Вот такая история про миллиметры. Но так бывает. Поэтому нельзя, конечно, все упомнить, где, в каком магазине ты делала какие-то заказы. Поэтому бывают вот такие маленькие неприятности. Но я рада, что все у меня разрешилось благополучно. Эти глазки подошли, 14 миллиметров, и я продолжаю вязать своих бабийод дальше, и они у меня будут все одинаковые. Спасибо, мои дорогие, что заглянули сегодня ко мне в гости, провели это время со мной и окунулись в мою глазастую историю.